Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен. Сегодня покажу вам, ну, пожалуй, самого странного домашнего обитателя моего. На самом-то деле он появился вообще абсолютно случайно, попал с каким-то растением комнатным, да, цветком, и все бы ничего, но однажды, когда снимали в рубрику «Семидоли», растение, горшок потом убрали, смотрим, какая-то козявка на столе прилипла. Жена говорит: козявка. Я говорю: козявка. Присмотрелись поближе, оказалось, что это сопляк. Это такой вот маленький, малюсенький слизнячок, какой-то обыкновенный, самый обычнейший. Но на улице зима, ему негде жить, поэтому приютили. Живет он в такой небольшой вот баночке. Вот совершенно он малюсенький. В баночке со сфагнумом живет, питается фруктами и овощами, серит, в общем-то радуется и живет полной жизнью. Больший какой-то объем смысла вообще для него делать нет, потому что он и сам по себе маленький, даже эта баночка для него будет большеватая. По весне, я думаю, если мы с ним вообще в край не сроднимся, придется его куда-нибудь выпускать, чтобы он жрал чью-нибудь капусту, морковку, сходы, цветы. Ну, все как обычно у слизняков. На этом все. Обязательно пишите в комментариях, у кого дома живет слизняк. С вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья!